Да, нас как слышно. Вы там? Нормально. Это вам отопление дали? Отопление дали. Это у нас, видать, забрали, а им дали. Руха, все, пора начинать бунт. Господи, тебе в 91-м за пуч мало прилетело. Это еще ты до Москвы не доехал. У нас на вокзале тебе бубен стрясли. Ой, алягерко, малягеро. Опять алягеро, малягеро. Опять? А сейчас на сцену выходит человек, который дал стране за год 18 тысяч звуков, и только 10 из них членораздельно. Единственный представитель ордена тамплиеров в Биланске Дмитрий Соколов. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Дмитрий, сразу первый вопрос. Дима, почему ты до конца никогда не вылечиваешься, а? Отчего же дождик капает по роже? Пожалуйста. Вот. Ой, господи боже мой. Дмитрий хотел сказать, что он натура целостная, и никакие воздействия извне, будь то медикаментозные или там природные, не могут нарушить этой целостности. Вот. Да, я вот это хотел сказать. Да. Это спеть надо. Я с удовольствием это сделаю. Итак, летняя прохладительная. Москва, я вас умоляю, пусть поет, что хочет. Можете вообще даже не слушать. Жаркий стоял день, а люди стремились в тень. В кружке пенился квас, а в парке играл вальс. Ах, этот вальсок, под этот квасок, под этот волшебный квасок. Но вдруг прекратился вальс, его перебил звук сальс. Увезли мой любимый квасок, жара застучала в песок. А где же этот квасок? А где же из бочки квасок? Этот волшебный квасок. Текила меня не бодрит, от румбы башка болит. А где же тот квас? И раз, два, три, раз, два, три, раз. Я грустный пришел домой, открыл холодильник свой. Глядь! А на полке квас, и вновь зазвучал в ушах вальс. Ах, этот вальсок, под этот квасок, под этот волшебный квасок. Ах, этот вальсок, под этот квасок, под этот волшебный квасок. Чё, иди сюда. Понимаете, в чем дело? Я Дмитрию не могу отказать, потому что он у нас от соцзащиты. Вы можете потом его рекламой перекрыть. Но бунт мы все равно готовим, да? Ай, ты. Че? Михаил Грушевский.